меня зовут Эд, и сегодня я записываю для вас новую порцию фишек для дома. Кефирно-творожная диета. Что это такое? Это сочетание обезжиренного кефира с обезжиренным творогом. Можно употреблять, как чередуя просто кефирный день и кефирно-творожный, с кефирно-творожным и кефирно-творожным днем. То есть можно делать различные чередования. Итак, если у вас просто кефирный день, выпивайте до литра кефира обезжиренного. Если у вас кефирно-творожный день, то в течение дня малыми порциями съедайте примерно 500 грамм в день обезжиренного творога, разбив рацион примерно на 5-6 приемов. В это же время можно выпивать небольшое количество кефира. Итого, если вы творог чередуете с кефиром, то надо съедать до 500 грамм творога и выпивать до 700 грамм кефира. Если вы один день пьете только кефир, то необходимо выпивать примерно до литра. Мужчины покрупнее могут выпивать до 1,5 литра обезжиренного кефира. На такой диете можно сидеть примерно неделю, максимум 10 дней. Можно сбросить где-то 5-8 килограммов веса. И зависит все это будет от состояния и способностей вашего организма. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Рад буду ответить на них. Отвечу каждому. До встречи на моем канале. Удачи вам и мир вам!